кубанская комета, но вот наконец-то в этом году показала свою силу. Несколько опрыскиваний я произвел. Пилильщик сливовый здесь, именно на этом дереве, у меня не атаковал, слава богу. Но на другом, у меня еще большая есть комета, там, зараза, он ее окучил. То есть я опрыскивал, но я вывод сделал организационный. Я, скорее всего, опрыскивал плохо, потому что дерево там высотой 1,4 метра. И я просто ленился. Надо стремянку ставить и хорошо опрыскивать. Ну, а я кое-как. А это маленькое дерево, пшик-пшик. Ну и вот результат, да. То есть, ну, вся обсыпана. То есть подкормил. Вот, то есть и вы подсказывали там, что и как. И вот в этом году хороший. Лучшая, точнее, зависть за все время у кометы. Ну, посмотрим, что она там. Цыплят, как говорится, по осени считать. Посмотрим. Она у меня планово в конце июля спеет. Но в этом году все сдвинулось. Я думаю, середина августа будет. Вот. Ну, вот так вот замечательно. Я лично пока доволен результатом. Конечно, без опрыскивания, слива, алыча. Это я в этом году убедился.